Сегодня я готовлю суп журик. Я вам сейчас о нем расскажу. Это колбаска сваренная в бульоне. Это сам бульон. Варится с овощами и с грибами. Здесь уже мясо, куриная ножка, лук, морковка, сельдерей, картошка. И самый главный ингредиент для супа журика — это закваска и майран. Закваска у меня овсяная. Геркулес у меня квасился 5 дней. Вот такой он. Запах приятный, кисленький. После того, как овощи сварились в супе, добавляем закваску. Только смотрите, не перестарайтесь, так как закваска имеет свойство загустевать. Грамм 100-150 максимум, чтобы у вас не получился кисель или желе такое густое. Вот оно сейчас покипит минут 5-10, и оно становится загустеет. Ложку майранка, чайную хорошую ложку, не жалеем. Лавровый лист. По желанию сюда можно еще добавить копчености, копченую колбасу. Вот видите, суп на глазах становится густее. Видите, он такой, как заваривается. Геркулес заваривается. И он придает такую приятную кислинку этому супу. Все, наш суп готов. Густой. Можно ложку сметаны. Смачного. Приятного аппетита.